Построенный в Тобольске крытый каток «Кристалл» помог получить Тюменской области одну из главных спортивных наград России. Наша область стала лауреатом 11-й национальной спортивной премии в номинации «Регион России-2020». Как субъект, внесший вклад в развитие физкультуры и массового спорта не только на местном, но и федеральном уровне. За премию боролись 54 номинанта. Лауреатов определяли народным голосованием и оценкой экспертной комиссии. Уже на первом этапе Тюменская область получила 3260 голосов. В 2020 году в регионе провели 3 международных, 14 всероссийских и 62 региональных соревнования с общей аудиторией около 30 тысяч спортсменов. За год тюменские спортсмены завоевали 277 медалей, из них 94 золотых. Почти половина жителей региона систематически занимаются физкультурой и спортом.